Этот автомобиль стоит на парковке на улице Социалистической, 62, вот уже 4 года. Он занимает место в одном из самых густозаселенных дворов города. Дом по соседству в народе так и называют – «Китайская стена». Несложно понять, что парковочное место здесь на вес золота, а брошенный автомобиль всем уже изрядно поднадоел. Создавала ли она неудобства местным? Конечно, конечно. Здесь и так, посмотрите, сколько домов нет стоянок. Иногда перехватываешь парковку, ну, подъехать надо, поставить машину. Ну, нету места. А она стоит, гниет, место занимает. Еще в апреле текущего года административная комиссия местной администрации оставила на лобовом стекле машины уведомление. Хозяев усталого железного коня просили перевести его в гараж или использовать по своему усмотрению. Главное – освободить место. Но реакции не последовало, поэтому автомобиль эвакуировали. Аналогичная ситуация и во дворе на проспекте Комсомольском. Вот эта машина стоит здесь с прошлой осени. Она находится прямо посреди проезжей части. Несколько месяцев назад административная комиссия также оставила на лобовом стекле машины уведомление для хозяев, но реакции не было, поэтому сегодня автомобиль, предварительно опечатав, увезли на спецстоянку. Действия администрации регламентированы постановлением главы администрации от 31 июля 2019 года об утверждении порядка выявление, перемещение и хранение брошенных или закомплектованных транспортных средств. Владельцы данных транспортных средств после принудительной эвакуации обязаны возместить расходы администрации на принудительную эвакуацию в размере 2000 рублей. Затем уже забрать транспортное средство в специализированной стоянке. Таким образом, за год из городских дворов было вывезено уже 10 автомобилей. Только один из них забрал хозяин. Остальные по-прежнему остаются без внимания, никому не нужными. А административная комиссия продолжает отрабатывать обращения горожан о брошенных машинах. Ведь главное – сделать город чище, свободнее и комфортнее для всех. Лариса Миронова, Задавлетшин. Информационная программа «Время новостей».